Доброго себе времени суток. Сегодня про переделку вот этого униполярного шагового движка в биполярное. Нужно это, чтобы увеличить крутящий момент двигателя. Не хочется сильно вдаваться в подробности шаговых движков, но, видимо, по-другому не объяснить. Если совсем кратко, у движка две обмотки, на которые подается ток. Сначала в одном направлении, потом на одной из катушек полярность меняется, потом также меняется полярность на второй катушке. И так по кругу. Это у нас биполярный шаговый двигатель. И как видно, для его управления нужен полумостовой драйвер. Можно, конечно, упростить схему. Сделав отводы от центра обмоток и подключить их к питанию. Теперь для изменения направления тока в катушках достаточно простых ключей, которые будут замыкать боковые отводы к массе. Собственно, так работает униполярный двигатель. То есть при таком подключении работает только половина обмотки, и поэтому мы теряем половину мощности, не мощности, а крутящего момента. Я думаю, теперь понятно, что нужно сделать с вот этим двигателем. Нужно разделить его обмотки, выбросить сборку Дарлингтона и взять нормальный полумостовой драйвер, типа на микросхемке L293. Чтобы разделить обмотки, совсем не обязательно полностью разбирать двигатель. Достаточно только снять вот эту синюю крышку и перерезать дорожку одну на плате. Выглядело это все примерно так. Также для движка был собран такой драйвер на L273. Код в Arduino выглядит вот так вот. Здесь все стандартно, встроенная библиотека степпер. 1024 шага в одну сторону, 1024 шага в другую сторону. На этом вроде бы все. Спасибо за внимание. Пока.